Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня я начинаю новый цикл видео под названием «Какие цветы не стоит приносить домой?». Речь идет о ядовитых растениях. Возможно, кто-то из вас не знает, а многие уже знают, что вот эти растения – это не что иное, как лютики. Они чрезвычайно ядовитые, и приносить домой их нельзя. Ну что ж, давайте запомним. Лютики. Лютиков очень много, но цветочек очень-очень у них похожий. Посмотрите внимательно и запомните. Этот цветок не стоит приносить домой, поскольку он очень ядовитый. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.